сутки на Сарактяжском молочном заводе перерабатывают около 20 тонн молока, из которого позже производят практически 2,5 тонны продукции. В ассортименте уже представлены свыше 30 видов сыров. С середины апреля на поток поставлено автоматическое производство сливочного масла. Несмотря на то, что продукт появился не так давно, он уже получил достойную оценку потребителей. В основе успеха тщательный контроль за всем процессом производства. Контроль качества выпускаемой нами продукции начинается не с полки потребителя, а гораздо раньше. Контролируем абсолютно каждый этап. Это приход молока, переработки и выпуск готовой продукции. Уникальность, возможно, нашего предприятия по выпуску сыров и масла как раз состоит в том, что мы можем и контролируем как наших поставщиков, непосредственно начиная с кормов, заканчивая уже полкой реализации готовой продукции. За сутки здесь изготавливают около 1 тонны сливочного масла. Специалисты завода делятся. Они никогда не останавливаются на достигнутом. Пока начали с 5 видов, в планах расширять производство. К концу года хотят увеличить объем продукции до 2 тонн в день. Руководитель делится, у оренбуржцев уже есть и полюбившееся майское масло. От других оно отличается и технологией приготовления, сырьем и цветом. Оренбургское масло пользуется большой популярностью не только у жителей нашего региона. Продукт особо ценят и за его пределами. С учетом того, что наше молоко, наше сливочное масло пользуется очень большим спросом за пределами нашей области. Конечно же, поставки идут и в московские регионы, и на Дальний Восток, то есть по всей территории Российской Федерации. Масло оренбуржье пользуется очень большим спросом, потому что оно качественное, полезное и, я считаю, довольно-таки доступное. Всего за прошедший год на областных молочных заводах было изготовлено более 3,5 тысяч тонн сливочного масла. Это на 148% больше по сравнению с предыдущим, и производство этого продукта с каждым годом растет. Увеличиваются не только объемы, но и ассортимент. Сейчас под Оренбургом строится новый молочный завод, в продуктовой линейке которого сливочное масло займет одну из ведущих позиций. Алена Круглова, Семен Воробьев. Новости дня.